До зимы чуть меньше полугода, но подготовка тепловых объектов Подмосковья уже наполовину завершена. Руководство области и округа внимательно контролирует состояние инженерных коммуникаций. Основной упор делается на распределительные системы. Все уже понимаем, что одно дело источники готовить, трубопроводы и так далее, а другое дело это вот доводить это тепло до конечного потребителя. В доме номер 5 по улице Попова только что закончились подготовительные работы к осенне-зимнему сезону. Вместо ожидаемых 14 дней весь процесс отключения воды занял менее недели. Самое сложное позади. Теперь наступление холодов жители многоэтажки встретят с комфортом. В нашем управлении АО ГЖО-4 находится 263 многоквартирных дома. Система данного дома промыта, подготовлена, опрессована. Проведены работы по изоляционным материалам, то есть трубопровод полностью покрыт изоляцией, чтобы не было теплопотерь. Расположенные в подвале системы созданы таким образом, чтобы автономно нагревать холодную воду и распределять ее по квартирам жильцов. Все технические помещения содержатся в образцовой чистоте. Данное оборудование работает для регулировки системы горячего водоснабжения, где зашит в программу контроллер температурный график не ниже 60 градусов. Здесь же, в микрорайоне Леонидовка, располагается котельная. Именно отсюда вода начинает циркулировать по трубам городского округа. Здание оборудовано по последнему слову науки и техники. В центре три котла по 35 мегаватт каждый. Все отечественного производства. На сегодняшний день в Мытищинской теплосети процент готовности составляет 55%. Это из 52 тепловых источников уже подготовлено 39. Из 269 километров тепловых сетей подготовлено 186. Гидравлические испытания котлов пройдены успешно. Никаких поломок не зафиксировано. Автоматика регулирования и насосное оборудование тоже работают без сбоев. Подготовка к отопительному сезону идет рука об руку с развитием цифровых инноваций. Из-за обилия датчиков и экранов котельная отдаленно напоминает межпланетный корабль. Летний период времени – это на самом деле самая основная работа для всех сфер ЖКХ. Мы на 100% ушли от четырехтрубной на двухтрубную систему отопления, что в первую очередь позволило обеспечить установку индивидуальных тепловых пунктов во всех многоквартирных домах, где была техническая возможность. К 15 сентября тепловая инфраструктура Мытищ будет готова на все 100%. Впрочем, судя по текущим стахановским темпам, это случится намного раньше. По соседству с котельной обновляются подземные коммуникации. Одним словом, процесс идет полным ходом. Если в вашем доме отключили горячую воду, без паники. Это необходимая мера, чтобы зиму мы встретили с теплом и уютом. Евгений Ощепков, Алина Сири, Первый Мытищинский.